Приветствую всех любителей турбореактивной тяги. Собрал, друзья, такую вот интересную установочку газотурбинную. В общем, сделал систему подачи масла. Сделал отвод давления из корпуса. Внутри создается давление компрессором. И сжатый воздух будет поступать в бутылку и накачивать масло в подшипнике. Я здесь трубку еще не устанавливал, трубка, вот она свободная, трубку нужно будет насадить вон туда. Не устанавливаю, потому что бутылка находится сверху. Ну, если понимаете, я сейчас установлю, все вытечет просто самотеком. Поставил ее сверху, чтобы был какой-то небольшой подпор жидкости. То есть, чтобы еще и самотеком оно подбавляло. Хотя можно, конечно, в уровень было бы установить. И если большое давление, оно и само попрет, но... Сделал так, чтобы перестраховаться. Двигатель у меня один, поэтому не хочется его очень быстро загубить. Хочется давать и давать огня. Попробую запустить его от газового баллона. Вот он уже шланг. Керосин подавать не буду. Керосин только вот здесь с маслом размешанный будет на шарикоподшипнике подаваться. А газ будет подаваться на два коллектора сразу. Постараюсь в газообразном виде, чтобы жидкоча не поддавать, и вывести его в устойчивый режим. Так сказать, на холостые обороты на газу. Чтобы ничего не перегревалось, и он работал. Ну, в общем, посмотрим, как это у меня получится. Итак, стартуем! Запускать на этот раз буду на улице, потому что в помещении уже неинтересно. Чуть-чуть позапускаешь, а потом целый час проветриваешь этот дым. И подключать вот это дело я уже буду к вот этому гигантскому баллону. Здесь 40 литров пропана. Тут уже давление падать не должно, да и плюс оно гораздо выше, чем в обычных баллончиках. Да и плюс буду подавать сразу на две системы питания. В итоге все, по идее, должно заработать. Ну, в общем, стартуем, пробуем. Подключаю и полетели. Кстати, надо... установить зеркало. Установлю его подальше, чтобы было видно и не улетало. Как видите, оно уже поплавленное все. Так, ну стоит неустойчиво. Надеюсь, не снесет струей. Все-таки довольно-таки далеко. Эх! Запускач! 3, 2, 1. Колышется трава. Здесь запах газа
Ну, движок работает, друзья. Это просто фантастика. Вы это видите? Это просто чудо какое-то. Такие дела, друзья. Что-то сопло раскалилось адово. В общем, что-то пошло не так. Двигатель я снял, стоит на моем рабочем столе. Теперь можно приступить к разбору полетов. С двигателем все нормально, все вращается. Ни разу его не клинило. Как вы видели, очень-очень устойчиво он и стабильно работал. Если начинаешь поддавать газку, сопло из ярко-красного начинает немножечко темнеть. То есть температура падает, компрессор начинает качать воздух и прокачивает уже не только сгоревшие газы, но еще дополнительно добавляет воздух, тем самым охлаждается крыльчатка. Ну, по крайней мере, как я себе понимаю этот процесс. Почему было немножко вон то возгорание, что вы могли лицезреть на видео? Ну, я предполагаю, что давление уже начало существенно нагнетаться в бутылку с маслом и просто погнало вот это топливо, разведенное с маслом, в систему в диких количествах. И из-за этого пошло неконтролируемое горение пламени. То есть я резко поддал газа, потом резко убрал. Ну, видимо, скачок какой-то, давление произошел, впрыск, и оно дальше пошло разгоняться. Нужно это учесть дело. Вот. Ну, а пока, друзья, можно лишь порадоваться, что двигатель работает. Вон, видели, как прет? Просто жесть, даже тягу создает. Тяга примерно 1 килограмм. Но это уже тяга. В общем, кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайками. Дальше будет еще интересней. На этом все. Всем пока.